Всем привет! Сегодня будем солить сему свежевыловленную. Вот только вчера она бегала еще в море. Сейчас уже будем ее засаливать. Легкий процесс, ничего там излишнего, просто вот как есть. Я даже не снимал ни шкуру, ничего, вот просто филе снял и все. Буду солить с розмарином. Так я еще не делал, хотел с черемшой сделать, но нужного количества черемши что-то я не нашел. Там чуть-чуть осталось, не стал делать. Буду с розмаринчиком делать. Тут у меня соль. Вот она. Состав здесь 2 к 1. То есть 2 соли, 1 сахар. Как делать такой по этот состав? Я, ну там есть вот кижучек, где я солил. Видео есть там, если покопаться, у меня найдете. Итак, вот филе симы. Вот такая жирненькая, ну большую такую выбрал, более-менее с прослоечками. Берем ее, обязательно стеклянная тара. Тут я ее не буду обваливать, так буду на глаз. Сюда сразу чуть-чуть цепанул и вот так на рыбу сразу. Раз, 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 все ручками. Шкурку там, а не это, розмаринчик ложим. Сюда. Дальше едем. Можно и перца добавить. Соль крупная, это обязательно. Мелкая не нужна, она обожжет вас и толком ничего не будет. Ну, способов очень-очень-очень много. У меня такой, можно сказать, небрежный способ. Как можно плотнее укладываем и укладываем. Можно перчика добавить еще. Прям так чуть-чуть посыпать. Не помешает. Значит, солим мы ее. В холодильник ее ставим. На 2 дня ее туда засуну. Положу, вернее. Почему на 2 дня? Ну, чтобы просолилось. Ничего там не будет, нормально все будет. Через 2 дня я ее достану, промою. Ну, я этот процесс тоже запишу. Все это дело. И потом можно будет вакуум ее. И в морозилку. Минимум на неделю. Розмарин вообще хорошо пахнет, так, ну, такой интересный будет запах. Да, после засолки, ну, когда вот через 2 дня ее надо будет вытащить, все это промыть надо будет. И как можно, ну, лучше желательно ее, чтобы на стеклах хорошо положить какой-нибудь дуршлаг или еще что-нибудь, чтобы воды меньше было. Вакуум я не буду закатывать, потому что я ее съем до того, как, ну, на долгого хранения мне не надо. Все это будет кушаться буквально вот за считанные дни. В процессе ее достану за, ну, через завтра ее достану сверху, которая сверху сейчас лежит, я ее на низ опущу, перевошкачу ее, можно так сказать. Ну, вот так все это и выглядит. Сейчас она сок даст.
мы засолили ее. Сейчас в холодильник ее положим. Накрою вот так вот тарелочкой ее. Все, вот она у меня вот так будет стоять. Сахаром. Сахар рыбу мягче делает, а соль, наоборот, дубовая ее. Кто-то вот сказал, такой говорит, вот буду солить всем можно посолить. Все, дальше я, когда буду вытащу ее с холодильника, расскажу, что делать, как, и покажу, как режется интересно с морозилки. Будет очень интересно, наверное, кому-то. Ну все. Итак, достали рыбу соленую. Сейчас мы ее промоем. Она стечет, вот такой вот низкий. И мы ее положим в морозилку на неделю. А потом достанем и будем кушать уже с розмаринчиком. Вот такая вот рыбка. Очень вкусно будет. Классно. Вот так мы в морозилочку все уложили. Все заморозится и потом будем кушать. Вакуум не стал, потому что все это съестся быстро очень. Достаем. Уже большую часть ее съел. Во. Вот она моя солененькая рыбка. Так, сейчас мы ее... Чуть-чуть она разморозится, я ее порежу. Очень удобно резать, когда она замерзшая. Ну, чуть-чуть подтает сейчас, и очень удобно ее резать. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Так, мы начинаем рыбку резать. Она у нас засолилась с розмарином. Я ее посолил первый раз. Розмарин, я уже ел ее, я сразу скажу, что вкус этот не портит рыбу, он, блин, абсолютно добавляет, ну, тонкий такой насыщенный вкус получается. Вот она с морозилки вышла, я ее не достал, сейчас мы ее начнем резать. Чуть-чуть подразморозилась она, и вот так вот можно резать, как строганину, можно сказать. По засолке рыбы не надо там бояться, что вы испортите рыбу там солью. Обваляли, вот я в видео показал ее, прям обваливайте, ничего страшного, если там она у вас полежит там 2-3 дня, там ничего не будет ей. Переворачиваете ее просто, снизу достаете, ложите наверх, сверху достаете, потом на низ, и все. Такими вот темпами и режем. У кого руки, конечно, подмерзают, можно и не резать. Так, подождать, пока она разморозится. Можно сейчас ее, вот я выложил на тарелочку ее, маслицом ее залить, там перчика добавить, там, ну я не знаю, кто как любит. И все. Приятного вам аппетита!